Информационные поводы, анализ целевой аудитории, поиск актуальных тем – эти моменты не должны ускользать от журналиста. Ежедневно юнкоры встречаются с настоящими профессионалами своего дела. О рецептах телевизионной кухни участники медиафорума узнали из первоисточника. От информационной парадигмы, чисто информационной, мы уходим. И вот эти вот дети, коллеги, это наше будущее. Потому что они не зашоренные, они далеки от стереотипов, они живо реагируют на все изменения, они могут выражать свою мысль, и самое главное, у них есть свобода в действиях, в решениях и в словах. Это дорого стоит. Если тебе нравится то, что ты делаешь, если ты этим живешь, если ты бежишь на работу и занимаешься любимым делом, все у тебя получится. Для многих участников форума журналистика – это хобби, перерастающее в дело всей жизни. После лекции – закрепление знаний на практике. Алене Вербниковой 17 лет. В этом году она поступает в университет, остановила свой выбор на двух факультетах – издательское дело и международная журналистика. Практиковаться старается в периодическом печатном издании своего города. По словам Алены, экскурсия по телекомпании – опыт, который пригодится в будущем. Было очень интересно увидеть монтажную комнату, комнату там, где записываются все, весь материал. Вот. Ну, я никогда такого не видела, и это было, правда, очень круто. Юные журналисты смогли узнать все аспекты работы телестудии. Кто-то решил попробовать себя в роли диктора на радио. Другим оказалась по душе работа ведущего. В детском оздоровительном центре «Смена» обучение ведется по 5 направлениям – телевидение, радио, печатные СМИ, интернет, а также фотожурналистика. Для меня профессия журналист – это, я считаю, что это очень интересно, и в будущем я хочу быть журналистом, это прибыльно и актуально. На протяжении 2 недель школьники примут участие в насыщенных практических занятиях и мастер-классах. Совсем скоро 170 начинающих корреспондентов, операторов и редакторов смогут продемонстрировать полученные знания на практике. Их отчетной работой станет проект, созданный по всем канонам телевизионного продукта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.